Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно запишитесь на мои экскурсии, а также подпишитесь на мой канал. Все ссылочки вы найдете в описании к этому ролику. Сегодня у нас 15 мая. Погодка наладилась. В целом ясно, но на небе есть облачка. На море волнение. Температура воздуха около 16 градусов. Температура моря 14 градусов. Море грязное. Смыло гальку и обнажило черный песок. Людей достаточно много на пляже. Все загорают, но никто не купается, так как вода еще достаточно холодная. Даже бабули, смотрите, разделись и загорают. Не сказать, что жарко, но и не холодно. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно запишитесь на мои экскурсии, подписывайтесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!